Мои хорошие, всем огромный привет. А вот я давненько ничего не снимала, а сегодня уже решила, что надо возвращаться, надо. Девочки, мы сейчас решили съездить в Максимир, походить, побродить, и нам надо будет съездить на рынок. Не удивляйтесь, что я вот так вот без ничего. Что такое, ребенок надутый? У нас сегодня вообще на день обещают плюс 24. Это такая погода, знаете, очень обманчивая. Раздеваться еще не готова. Вот. А с понедельника у нас, как обычно, плюс 7, плюс 10. То есть это так разово. Вот. Кирюха надулся, хочет ехать не на машине, а на самокате. Вы, говорит, на машине, а я на самокате. Ну, не вариант. Вот. Так что мы поехали. Вы, конечно же, с нами. Кирюшка, скажи всем привет. Папа, какой самокат? Вот куда вы идете, девочки? Да, Антон вчера Кириллу денежку дал. И все. И они пошли. Ну вот с ума сойти. Вот заодно интересно посмотреть, сколько сейчас стоят памперсы. Хоть они нам не нужны, но 1900. Мы вот такими вот пользовались. Когда он был побольше. Куда вот они пошли? Ничего себе смеси. Вот это цены. Скейтборды, самокаты. О, наш мотоцикл, только мы его брали за 2,5 тогда уже, видите, 5600. Прям вот наш точь-в-точь. Да, Антош? Наш прям точь-в-точь. Ты видел мотоцикл твой? Как твой? Что-нибудь толковое? Посмотрю и что-нибудь, развивашки какие-нибудь. У тебя же их много, сын. Может. Да. Так, ладно, вы туда, а я пошла подальше. А я вот что-то бы из этого выбрала. Сейчас посмотрю, тут столько всего. Глаза разбегаются, если честно, и не знаешь, на что смотреть. Какие-то вот... развивашки. Вот, тело. Классно. Он, кстати, у меня начал спрашивать. Ну, так, части тела, так что называется. Я ему рассказывала про сердце. Он так удивился. Надо посмотреть, кстати, ее. Я смотрела на Валберис такую книжку «Тело человека». Как бы потихоньку, мне кажется, можно рассказывать. Тут что-то еще открывается. Открывать не буду. Смотрите, как классно, да? Пульс, толчки, ну это, наверное... Ага, ну нет, не буду открывать. Ну это, наверное, еще не по его возрасту, как думаете? Прям классная книга. Мне кажется, ему рановато что-то. Удивительно. Ну книжка классная. 700 рублей практически. 100 секретных окошек тела человека. Давай. Пакетик нужен вам? Нет. Юный покупатель. Не надо. 400. Вот еще туда же. Все, забирай машинку. Тетя возьмет денежку. Куда? Это тетя денежку. Сейчас дам. Кирюш доволен? Экономно ребенок сходил. Не все даже денежки потратил. У нас открыли зону. Раньше здесь не было мест для того, чтобы вот так вот посидеть. А я смотрю, все поставили. Красота. Бургер Кинг работает. Антон, ты куда хотел все время? Бургер Кинг? Не? А куда? KFC? KFC хотел. Знаете, вот можно сесть, посидеть. Покушать. Какая пицца аппетитная.
CFC тоже работает. Заказ. Тош, ты можешь бургер сядем? Что там хотел? Когда потом? Я хочу заказ. Мы уже спустились в домовой. Прикольную баночку. Для хранения. Классно. Кирюшка уже дуется, как всегда. Что мы здесь хотим? Пойдем посмотрим. Есть у нас одна мысля, одна задумка. Мы смотрим тут постельное белье. Прям разные-разные, что-то хочется, но поплин, двуспальные. Кирилл уже прям хнычет. Антон почему-то хочет темное. Вот тебе темное, пожалуйста. Я не хочу темное. Не знаю. Я сейчас прям такая экономная стала, если честно, в нынешнее время, что мне прям ничего лишнего не хочется покупать. А Антон вот хочет. Ладно, девочки, сейчас посмотрю, не знаю, выберем что-то или нет. Ну, короче, посмотрим. Это что такое, чехол для подушек? Мы уже дома, сейчас быстро покажу, что купили. Заезжали еще в фикс прайс. Купили туалетную бумагу папе. Обычно брали немножко другую, но ее не было. Взяли эту. Взяли мусорные пакеты. 15 штук, 60 литров. У нас ведро большое, поэтому для нас вот именно 60 литров подходит. И вот такие влажные салфетки, мне нравятся больше всего розовые, я их, по-моему, когда еще Кирилл маленький был, я их начала такие брать, я их теперь беру постоянно. Вот такое вот чистящее средство Homestar, взяла 2 штуки в разные туалеты, чтобы поставить, и мне еще он очень хорошо подходит для того, чтобы помыть раковину на кухне, хорошо вымывает. И, ну, это в Максимире, там в домовом взяли вот такой вот, так, это что, моющее средство, ополаскиватель для посудомоечной машины, потому что у нас закончилось, такое мы пробовали, в принципе, нормально. Так, на рынке уже около нас взяли хлеб, сейчас он у нас по, так, 15 рублей, хотя был дешевле еще, но подорожало сейчас, в принципе, все подорожало. Так, из мясного взяла окорочка. Окорочка сейчас у нас 199 рублей, раньше были 170 рублей. Взяла 3 килограмма, 299 рублей фарш свиной. И вот только вот он был, хотела еще взять говяжий, но не было, поэтому взяла только свиной. И взяла еще чисто мякоть, 2 куска. Сейчас просто их порежу по кускам и заморожу. Не буду их перерабатывать, ничего делать не хочу. Вот, у нас кусками, вот такие вот кусочками мякоть именно, 329 рублей килограмм. Вот, естественно, колбаса, колбаса, сосиски, куда без нее. Это у нас стародворские, сливочные, вкусные, 239 рублей килограмм. И колбасу взяла докторскую. Сейчас, чтобы порезать, тоже стародворская, очень вкусная. Вот. И Антон у меня любитель сала, но я хотела ему взять другое. Я не знаю, он сам выбрал, говорит, давай такое возьмем. Но это, знаете как, ну, здесь, мне кажется, больше, наверное, мяса, чем сало, да? Он прям любитель, что были такие мясные прослойки. Взяли попробовать, не знаю, как понравится, не понравится. Так, и из овощей и фруктов, что взяли, картошка. Картошка у нас сейчас 49 рублей. Лук, кстати, у нас тоже 49 рублей. А морковка у нас подорожала до 69 рублей. Вот, взяла по килограмму, а картошки 2 килограмма. Киви взяла, вот сейчас акция на них на этой неделе, 95 рублей. Кирилл прям очень сильно любит киви, поэтому взяла, прям килограмм я взяла. Так, и мне понравились яблоки отечественные. Уже прям остатки
те, которые были. Хотела 2 килограмма взять, но не было. Они у нас по 62 рубля килограмм. И взяла еще немножко огурцов и помидоров. 3 штуки огурца. Огурцы вот эти вот именно гладкие у нас по 105 рублей. И помидоры. Здесь есть сливовидные, или как правильно, да, сказать их, 4 штуки. И веточка одна. Все, в принципе, все покупки из продуктов такие вот. И еще что касаемо Кирилла. Быстро покажу, какую я ему книжку купила. Он себе купил все-таки машинку. Ну ладно. Я это пропущу. Что должен уметь ребенок? Тесты 3-4 лет. Девочки, книжка, вот, допустим, математика. Назвать какие фигуры, посчитать бабочки справа и слева. Да, математика. Покажи стрелки, которые направлены вверх, вниз, направо, налево. Вот, детали. Математика здесь тоже всякие разделы, да, считать. Я думаю, что это будет интересно. Мышление уже пошло. Вот, допустим, какие предметы лишние и почему. Надо, короче, с ним заниматься. Я думаю, что это будет очень интересно и очень так познавательно. Контрольные задания. Внимание. То есть подбери пару каждой рукавички. Так, выбери каждой машинке подходящую ленту. Ну, я думаю, что нормально будет. Найди выделенный предмет, ой, элемент, вернее, речь. Что тут у нас еще идет дальше? Грамота. Так, грамота, грамота. Давай, что там дальше еще? Моторика. Нарисуй, как идет дождик. Обведи облака, зонтик и лужи. Вот это вот обводить у Кириллу как раз таки надо, потому что он любит каляки-баляки рисовать. А мне, если честно, мне терпения не хватает. Моторика, моторика, окружающий мир. То есть расскажи, для чего эти здания, да? Но что не знаю, то буду рассказывать как бы сама. Ну, очень интересная книжка. Здесь 143 листа, и, девочки, и цена, смотрите, ну прям вообще, мне кажется, задарма. Вот как раз таки в этой серии. Что только, да, можно выбрать. Вот, очень интересная такая книжечка, больше ничего не нашла. Так, и да-да-да-да, постельное белье. Я, конечно, его сполосну, простерну. Девочки, мы взяли Поплин премиум макс. Ой, у меня Антон не захотел никакого цветного, что-то строгое, потому что, ну, у нас так строгой, можно сказать, в цветовой гамме идет сама спальня, поэтому он хотел прям, он вообще хотел чисто темное какое-то. У нас был вариант или этот комплект, или комплект белый, знаете, с такими черными узорами в виде вот одуванчика, когда его уже дуть надо. Вот, но взяли этот, но он такой вот синий. Хоть здесь как бы синего, наверное, мало. Ну, короче, я сегодня еще постираю обязательно. Мы взяли евро. Евро. Простыня 220 на 215. У нас как раз матрас 160 на 2. На 200. Вот. И пододеяльник. И две наволочки 70 на 70. Но наволочки, вот как раз на Антошину подушку, она у него больше хорошо будет. На моей, конечно, мне кажется, она немножко большевато будет. Но не страшно, я думаю. Вот такой расцветки. Но я еще сегодня обязательно ее открою. Постираю, потому что завтра уже она постелится на нашу постель, вернее, на нашу кровать, да, завтра нам приедут как раз собирать. Вот, все, все покупочки, девочки, пошла я мальчиков кормить. Я все-таки разобрала мясо, порезала на кусочки, здесь у меня получилось 6 пакетов. Окорочка разобрала по пакетам, по 2 штуки, и вот один остался скучающий в одиночку. Ну, на суп, может, пойдет. И вот такие 3 небольших пакетика фарша. Не убирала еще морковь и картошку, потому что морковь хочу сейчас почистить, высушить, убрать в пакет и в холодильник. Ну и картошка мне понадобится. Буду сейчас готовить мальчикам ужин. Вот, оставила немного мяса. Хочу сделать мясо с картошкой, такой с бульончиком. Вот. Все, сейчас это все уберу и уже буду заниматься ужином сразу. Я сейчас вывешивала постельное белье и хочу, девочки, показать, как мы живем уже неделю в ожидании нашей спальни, что нам соберут эту спальню. Вот, и специально так поставили матрас, чтобы Кирилл на нем не прыгал. Антон прикатил сюда уже кресло, потому что у нас здесь будет так столик, вот здесь компьютерный стоять, типа того.
Вот, так что же, в ожидании совсем чуть-чуть, и завтра здесь будет совершенно другой вид. Вот, поэтому, да, пока тут коробки. Но ничего, все исправимо. Самое главное, что они здесь. Как резко может поменяться погода. Я не знаю, слышите, у нас гром, молнии. Что это такое? Немножко так покапало. Прям так затянуло быстро небо. Вот, смотрите. Ничего себе. Что-то будет серьезненькое, наверное. Может и хорошо. Но там прям совсем, да. Прям так хорошо затянуло. Слушайте, молнии прям, смотрите. Гром. Ничего себе. Ничего себе погодочка, да? Прям сразу. Ого-го-го. Ой, мамочки, закрываю ее. Я когда готовлю картошку, я обычно вот так прям хорошо зажариваю. Сначала у меня мясо тушится. Потом лук, морковка прям сейчас хорошо прожарю. Вот, чтобы немножко зарумянилось. И у меня уже картошка начищена, замочила, чтобы не потемнело. Все, так у меня жаровни нет, я поэтому все перекладываю в кастрюлю. И вот так вот сейчас он у меня будет готовиться. Единственное, я добавлю немножко воды. Я сначала добавляю в кастрюльку воду с картошкой. Сверху уже мою зажарку из мяса и лук-морковку. Вот, немножко оно поготовится до полуготовности картошки. Я еще добавлю зеленушки. Вот, такой будет вкусный ужин у меня у мальчиков. Но у меня, как всегда, грудка-салат. Я не пойду на улицу. Почему? По-моему, что-то темное. Снег до сих пор. Ой, дождь до сих пор идет, да? Да. Садись давай. И дальше на свет и дождь идет. О, видела! Видела, да, молнии. Да, садись. Я видел молнию. Ой, она очень огромная. Очень большая. Очень большая. Сейчас мы еще не подцеплю молнии. Куда? Пошли. Сейчас пьем. Ну что, будем заниматься? Мам, спокойно скажи. Мам, у меня в садике много дел, пока. В каком садике, сын? В каком садике? Ну, там садик. Ты че? Вот так, девочки. Не в настроении ребенок сегодня заниматься. Ладно. Не сегодня.